предполагает семейную атмосферу и массовое участие всех неравнодушных людей в совместном протесте против безвременной гибели поэтов. Выражается этот протест словом «нет». Саша, Саша, не ходи на речку, на черную речку. Там конечная, Саша, Саша, посмотри, как красиво снегири танцуют на веточках. Подумай, а деточка, сядь, покури, Саша, сядь. Уже нет.